Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Коронавирусная инфекция унесла еще одну жизнь. Не стало оператора и режиссера Романа Ц. Урсумия. Он ушел на 80-м году жизни. О смерти искусствоведа сообщил кинокритик Андрей Плахов на своей странице в Фейсбуке. О дате и месте прощания информации нет. Ц. Урсумия родился 5 апреля 1942 года в Грузии. После окончания операторского факультета в ГИКа работал в том числе и режиссером. Например, он снял киноленты «Официант с золотым подносом», «Опора земли», «Бог в России». В качестве оператора-постановщика трудился при создании фильмов «Красное и черное», «Похищение луны». Также читал курс лекций «Форма и стиль» на режиссерском факультете в ГИКа, а спустя время вышла его книга с одноименным названием. Глубокие соболезнования близким покойного, особенно Марине Ц. Урсумия, которая очень любила папу и пошла по его стопам потомственного кинематографиста. Коллеги, ученики и близкие также выразили свои соболезнования семье Романа Северяновича. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.